Skoda начнет производство электрокаров в 2020 году. Компания Skoda наладит выпуск электрокаров на своем заводе во Младоболеславе параллельно с уже выпускаемыми на предприятии традиционными моделями. Первый полностью электрический автомобиль чешского бренда появится в 2020 году. Первой электрифицированной моделью Skoda станет гибрид Superb FEV. Второй – зеленая версия флагманского вседорожника Skoda Kodiaq FEV. Оба автомобиля будут оснащаться гибридной силовой установкой на базе 1,4-литрового бензинового турбомотора и электродвигателем мощностью 114 лошадиных сил. Суммарная отдача такого агрегата – 215 лошадиных сил. Идентичная силовая установка используется в Volkswagen Passat. В 2020 году выйдет первая в истории чешского автопроизводителя полностью электрическая модель, созданная на основе представленного в начале этого года концепта Vision. Это будет третий электрокар, построенный на основе платформы MEB. Первые два были выпущены Volkswagen и Audi. Далее ожидается появление полностью электрического купе-вседорожника, которое займет место между Carriq и Kodiaq. Предполагаемая мощность силовой установки – около 300 лошадиных сил, что сделает модель самым мощным серийным автомобилем бренда. В то же время компания планирует выпустить более доступный электрокар. Это будет перекомпонованная и слегка измененная версия Volkswagen ID. К 2025 году электрическая линейка Skoda пополнится еще двумя моделями – компактным кроссовером и спорткаром, который станет приемником 110R. Источник: Skoda. По материалам сайта newsgro.com.